Сегодня с утра на площади Маргелова собрались те, кто связан со службой в ВДВ. Бравые десантники приехали сюда на раритетном автомобиле, чтобы все желающие могли увидеть технику военных лет, примерить каску и голубые береты. Этой машине 73 года, и каждый день ВДВ и 9 мая она появляется на улицах города, и каждый рязанец может приблизиться к истории, потрогать ее и даже прокатиться на ней. Вот весь кузов, это все родное, все. А там двигатель уже, конечно, другой. Где она произведена? В Америке. В Америке? Да. А почему? У нас их 1,5 или 2 миллиона, что ли, по ленд-лизу присылали. Во время войны 42-го года прислали в Россию. Валерий Москвитин, капитан ВВС, лично отремонтировал эту машину. Сам в прошлом также совершал прыжки с парашютом. Среди собравшихся есть и те, кто преподавал когда-то в Рязанском училище ВДВ. Вот 16 лет я преподавал, учил курсанта вот в этом Рязанском училище. Я тактику воевать учил людей. Дочь Василия Лыкова сама работала в музее ВДВ. Сейчас живет в Киеве, и каждый год 2 августа она здесь, на площади Маргелова. Я специально свой отпуск провожу, подстраиваю под 2 августа, чтобы быть здесь, выйти сюда. Все пришедшие объединены одним духом. Они пояснили, откуда у десантников такая сплоченность. Ну, это, наверное, в армии все воспитывается, когда люди действительно рискуют своей жизнью, отвечают и болеют за жизнь товарищей. Оно как-то это само по себе возникает в организме, поэтому оно и продолжается после. Конечно, не у всех есть и слизняки, которые там фонтаны ныряют, как эти. Но есть и нормальные люди, которые чтят, помнят и погибших, Василия Филипповича, его настояние, сбили с ног, сражаясь на коленях, упал, ползи, но наступай. Это наш лозунг. Кстати, о тех, кто ныряет в фонтаны, наша съемочная группа разгадала секрет этой традиции. Что за традиция в фонтан нырять? Это освежение. Традиция давно уже пришла. Смыть грехи? Напоследок, вместо истории и фактов, хотелось бы дать слово самим десантникам. Все они в этот день передавали приветы своим сослуживцам, командирам, делились страницами жизни и желали мирного неба над головой. С праздником! Слава ВДВ! На данный момент это мой супруг. Я как его поддерживаю каждый праздник. Мы с ним вместе проводим, встречаем его сослуживцев, отдыхаем культурно, адекватно, самое главное. Армия есть армия, с супругой встречался. Пришлось уйти на гражданку. Сейчас вот пришел встретить, отпраздновать, как говорится. Молодежь, смотрю, а своих уже таких нет. С праздником всех десантников, со 106-й воздушно-десантной дивизии и также гвардии капитана Фролова, который в 2008 году был командиром роты, я не могу его найти. Димон, выйди на меня. Тот самый, 137-й могучий полк. 45-му полку, призыву 2-98. Отдельные приветы нашим офицерам. Зотову, Павлову, нашим сержантам, Калабину. Конечно, у нас был командир роты, погибший человек, груз. Царство ему небесное. Да, майор Яценко. Майор Яценко, Петр Карлович. Очень неприятно то, что мы его, единственное, ну, не видим на локальных войнах. То, что он... В Обелиском. Да. Не написан нигде. Лучше нас, наверное, нет никого, я так думаю. Это братство. Это братство. Это состояние души. За ВДВ! За ВДВ! Мы едины, уже отмечаем этот праздник вместе около 20 лет. 14 лет, да. Все по возрасту просто разные. Ребята, которые служат, они всячески говорят, что стало служить лучше, техника лучше. Ну все, что связано с армией, все, что нужно было для армии, что мы хотели в то время, когда я служил, все есть. Мы приезжаем сюда только для того, чтобы помянуть наших павших товарищей, вот, положить цветы, встретиться с друзьями и, ну, вспомнить о том, как мы все это прошли, как это было сложно.